11 наград международного фотоконкурса завоевали азербайджанские фотографы. Соревнование прошло при организационной поддержке азербайджанского фотоклуба «Гилавар». 519 авторов из 75 стран мира. В целом более 7 тысяч фотографий. Оценивали конкурсантов члены жюри из Азербайджана, Италии и Индии в соответствии с правилами и условиями международных фотографических организаций. Фотографы будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, специальными лентами и дипломами. Помимо этого, будет подготовлен электронный каталог фотографий победителей. Это 7-й по счету международный фотоконкурс, организованный фотоклубом «Гилавар». Основная цель клуба – способствовать развитию фотографий в стране, выявлять таланты и популяризировать Азербайджан во всем мире посредством фотографического искусства.